Добро пожаловать на медитацию исцеления, направленную на самостоятельную проработку внутренних, эмоциональных и физических проблем. В конце медитации вы можете удивиться тем изменениям, которые могут с вами произойти. Помните, что все необходимые изменения глубоко и полностью производите вы сами. Все необходимое уже находится внутри вас. Я для вас лишь проводник, следуя инструкциям которого вы сможете исцелить те или иные моменты в своем психическом или физическом состоянии. Главное – это ваша искренность и желание. Теперь закройте глаза и откройтесь новому опыту. Сделайте медленный, мягкий, глубокий вдох. И медленный, мягкий, глубокий выдох, как бы выдыхая все напряжение. Сейчас фокусируйте все свое внимание на дыхании. На то, как воздух наполняет ваши легкие. И на то, как воздух выходит. Позволяя себе с каждым выдохом погружаться в состояние, в котором возможно произвести все необходимые для вас изменения. Зная, что автором этих изменений являетесь вы сами. Продолжая делать медленный, мягкий и глубокий вдох, фокусируя все внимание на дыхании, находитесь в настоящем моменте, никуда не уходите, ни в прошлое, ни в будущее. Находитесь только здесь и сейчас. С каждым выдохом позволяйте себе погружаться глубже и глубже в то состояние, в котором возможны все необходимые изменения. И теперь начните делать небольшую паузу между вдохом и выдохом. Может быть, через некоторое время появится ощущение в руках. Может быть, это будет легкое покалывание. Или ощущение тепла. Вы все делаете правильно, и у вас все получается. Теперь продолжайте дышать в обычном темпе, так как вы дышите обычно. При этом, сохраняя это состояние, обратите внимание на собственные стопы. Направьте все свое внимание вниз на собственные стопы. Почувствуйте их от кончиков пальцев до пятки. Ощутите их пространство, объем.
Теперь начинайте перемещать свое внимание выше. Ощутите свои икры, колени и далее вверх по телу. Бедра, живот, параллельно расслабляя эти части тела. Все внимание на грудной клетке, правая рука, от плеча до кончиков пальцев рук, и также левая рука, также от кончиков пальцев рук до плеч. Полностью расслабляется все. Ощутите себя и свое тело. Ощутите свое горло, его объем. Подбородок, щеки. Глаза. Ощутите уши, нос. Ощутите всю свою голову. Ощутите ее объем и все пространство, которое она занимает в пространстве. Позвольте себе замечать, как к вам приходят мысли. Может быть, наблюдая, как одна и та же мысль приходит несколько раз. А какие там мысли могут прийти только один раз? И мысли могут различаться, может быть, по цвету или по форме. Хорошо. Просто смотрите, как у вас. Как бы вступая в диалог с собственным телом, не в форме слов, а в виде ощущений. Ваше тело как бы показывает вам сейчас все, что с ним происходит. Для того, чтобы сейчас, глядя на себя со стороны, может быть, заглядывая внутрь себя, заметить, какие места в теле более напряжены, а какие места в теле более расслабленные. Просто наблюдайте, какие места во всем теле более напряжены в данный момент, а какие более расслаблены. Замечая, какие места в теле более тяжелые, какие более легкие. Замечая, какие места в теле сейчас более холодные, какие более теплые. Когда тело само рассказывает обо всем, что с ним происходит. Может быть, какие-то места в теле более светлые,
а какие-то более темные. Позволяя возникать в теле, может быть, в виде цвета, а может быть, в виде ощущений, всему темному, холодному, напряженному, может быть, инородному, а может быть, как-то еще. Таким образом, каким бы тело само хотело вам рассказать. Позволяя всему этому возникать в виде цвета, ощущений, возможно, образов или как-то еще. И сейчас, глядя на свое тело, отметьте, в каких местах, в каких участках появляются эти ощущения. И сейчас обратите внимание на какое-то место, где наиболее интенсивно проявляется что-то темное, инородное. Или что-то еще, о чем тело хотело бы рассказать. Глядя на этот участок тела, позвольте себе осознать, какое чувство отражается в нем. Это что-то приятное, радостное, или это что-то дискомфортное? Например, вина, обида, может быть, злость, одиночество, страх, что-то у вас. Если это что-то приятное, то хорошо. А если это что-то неприятное, то сосредоточьте все свое внимание на этом месте в теле, для того, чтобы произвести всю необходимую внутреннюю работу. Направляя свои слова внутрь этого чувства, глубоко и полностью, искренне сказать внутрь этого чувства: «И я тебя прощаю», и все, что с тобой связано. Я тебя прощаю, и все, что с тобой связано. Наблюдая реакцию, наблюдая, что будет происходить дальше. Возможно, этот участок станет менее темным или менее напряженным. Может быть, вам потребуется еще немного времени для того, чтобы представить, как ваши слова превращаются в исцеляющий солнечный свет и движутся в это место, прямо в его центр. Мысленно или вслух произнося: «Я тебя прощаю и все, что с тобой связано». «Я тебя прощаю и все, что с тобой связано». Наблюдая за всем, что происходит, наблюдая, как все ваши слова, превращаясь в исцеляющий солнечный свет, произносите: «Я тебя прощаю и все, что с тобой связано». И направляйте все слова и мысли внутрь этого чувства, внутрь этого места в теле, в
в самый его центр. Когда эти слова, произнесенные искренне, производят всю необходимую работу. И я не знаю, а ваше бессознательное знает, насколько эти изменения могут быть глубокими. Наблюдая за всем, что начинает происходить в этом месте. Возможно, он станет менее заметным или начнет исчезать. Или так, как у вас. Иногда для изменений нужно время, а иногда достаточно искренне направить слова или мысли, представляя, как они превращаются в исцеляющий солнечный свет внутрь этого места, произнося: «Я тебя прощаю и все, что с тобой связано». Хорошо. И далее вы произносите следующую фразу, которая будет в несколько раз еще более сильная и эффективная, чем предыдущая. Потому что сейчас, направляя внутрь этого ощущения свои слова или мысли, представляя их в форме исцеляющего солнечного света, вы произнесете: «Я себя прощаю за все, что было, есть и будет. Я себя прощаю за все, что было, есть и будет». Я себя прощаю за все, что было, есть и будет. Замечая, как на эти слова отзывается ваше тело. Может быть, просто наблюдая, что начинает происходить с этим ощущением в теле. И еще раз произнося вслух или мысленно: «Я себя прощаю за все, что было, и есть и будет». Я себя прощаю за все, что было, есть и будет. Хорошо. И сейчас, представляя свои слова или мысли, вы произнесете еще более мощную и эффективную фразу, чем предыдущие, для того, чтобы исцеление произошло еще более глубже и тотальнее. Вы произносите следующее: «Я прошу у тебя прощения за все, что было сделано или сказано». «Я прошу у тебя прощения за все, что было сделано или сказано». Представляя, как ваши слова или мысли в форме исцеляющего солнечного света проникают вглубь, в самый центр этого чувства, этого дискомфортного чувства в теле. Вы произносите: «Я прошу у тебя прощения за все, что было сделано или сказано». Наблюдая за тем, какие процессы начинают происходить. Может быть, это ощущение начинает растворяться и исчезать.
а может быть солнечный свет начинает распространяться по всему вашему телу, и вы начинаете чувствовать легкость, спокойствие, умиротворение. А может быть, что-то еще, что вы хотели почувствовать или ощутить? Зная, что все необходимые изменения глубоко и полностью производите именно вы сами. Все эти изменения, вся эта сила находится внутри вас. Зная то, что бы с вами ни произошло, что бы с вами ни происходило, можно простить, принять и освободиться от всего того, что удерживалось до этого момента. Это то же самое, что носить тяжелые камни в рюкзаке за спиной. Ведь можно снять этот рюкзак и пойти дальше по жизни легко и радостно. Простив себя за все, что было сделано и сказано. Позволяя себе реагировать по-новому во всех ситуациях, где до этого вы чувствовали дискомфорт, связанный с этим ощущением в теле. Зная, что последующее прослушивание этой записи может быть еще более эффективным и глубоким, может принести еще больший эффект, просто потому, что люди с практикой начинают делать все легко и эффективно, обучаясь на то, что с ними происходит. Как когда-то вы научились испытывать дискомфорт, так же сейчас вы можете научиться испытывать чувство комфорта, спокойствия, радости и счастья. С этим чувством прощения и исцеления внутри вас. Хорошо. Сейчас поблагодарите ваше тело за сотрудничество и начинайте возвращаться в настоящий момент, сохраняя все изменения, позволяя себе переносить все изменения из внутреннего мира во внешний мир. И когда это произойдет, сможете открыть глаза, вернувшись в свое бодрствующее активное состояние. Хорошо, постепенно открывайте глаза. Чувствуйте себя хорошо, как после приятного, хорошего, глубокого сна. Я благодарю вас. Медитация окончена.